Добрый день! Меня зовут Мисанта Диана, я региональный полевой эксперт компании «Сингента» по Краснодарскому краю. Мы с вами находимся на поле озимой пшеницы в предприятии имени Ревко Выселковского района Краснодарского края. На первый взгляд пшеница справа и слева от меня ничем не отличается, хотя по факту разница в норме высева семян составляет 2 миллиона. Проведя учет продуктивного стеблестоя, мы установили, что на участке с нормой высева в 3 миллиона он составляет 8 миллионов продуктивных стеблей на 1 гектар. На участке с нормой высева в 5 миллионов 8,3 миллиона. То есть по факту разница в продуктивном стеблестое составляет всего лишь 300 тысяч. Сорт Таня, предшественник подсолнечник, дата сева 17 октября. Обработка семян препаратом Vibrance Integral. Визуально мы с вами можем отметить, что растения на варианте с нормой высева 3 миллиона более выровненные, образовали более крупные колосья и более плотную соломину. На варианте с нормой высева 5 миллионов мы также можем увидеть хорошо развитые растения, но здесь значительно больше колосков подгона, которые не полностью выполнены. В целом, на двух вариантах опыта мы можем отметить, что Vibrance Integral, благодаря трем входящим в его состав фунгицидным действующим веществам, обеспечил надежную защиту от всех заболеваний корневой и прикорневой зоны растений. Отобрав снопы с вариантов опыта, мы с вами можем увидеть, что на варианте с нормой высева в 5 миллионов на 10 растениях образовалось меньшее количество колосьев. Также мы можем увидеть, что колосья на боковых побегах менее выполнены, чем на варианте с нормой высева в 3 миллиона. В результате проведения данного опыта мы с вами можем сделать вывод о том, что снижая норму высева при обработке семян Vibrance Integral, который обладает положительным влиянием на развитие корневой системы, мы увеличиваем площадь питания каждого растения, в результате чего у растений увеличивается коэффициент кущения, и мы получаем более выполненные колоски как на основном стебле, так и на подгонах. А что будет в итоге, как говорится, бункер покажет.